Всем привет, с вами теперь Котики. Будем играть. Продолжим играть. С тряпкой, ведром, метелкой. Кровавую бурю будем убирать. Посмотрим. Что нас ожидает в следующей части? Слушай, принять миссию, а чё ты достал, блин? Короткое замыкание. Тебе не нужно знать мое имя, но я знаю тебя, мистер Ковальский. Как ты знаешь, этот мир управляет за хакерами и агентами по недвижимости. И угадай, кто среди них УГ. Конечно же я. Я редко ошибаюсь, но черт возьми, в этот раз я действительно напортачил. Рынок недвижимости сходит с ума, так что, естественно, мне пришлось вмешаться в цену такого крутого дома, который я присмотрел. Я взломал его систему умного дома, напугал семью, которая тоже жила, заставив и думать, что это дом с привидениями. Не предвидел поворота с убийством, с самоубийством. Мой косяк. Ты можешь исправить этот беспорядок для меня. Тебе ждет крупное вознаграждение, если справишься. Это последнее напоминание о необходимости платить все просроченные платежи. Вы задолжали. А что, мне где-то платить надо? Это подожди. А мне что, где-то платежи надо платить? Где? Есть эти квитанции или что? Хотя, наверное, бы вылезло бы, правильно? Дай песик. Бардак постоянно. Jellyfish are found in every ocean, from the surface to the deep sea. They can thrive in a variety of environments, including warm tropical waters, cold polar regions, and even some freshwater. Fish can propel themselves by pulsating their bell-shaped bodies. Я сам не доел, отдал бы другу. Иди кушай. Can produce their own light through a process called bioluminescence. This ability helps them attract prey, ward off predators, or communicate with other jellyfish. О, у меня разве была эта книжка? Can propel themselves by pulsating their bell-shaped bodies. They are relying on ocean currents to carry them over long distances. А где эти квитанции? Может, блядь, тут где-то? Я что-то, блядь, не замечаю. О. Many jellyfish species can produce their own light through a process called bioluminescence. А что ты не суешь эту картину? Это повернуть. Ну и чё. Нету ничего. The jellyfish's body is made up of about 95% water. О, это что-то запасной выход, да, был? Пошли. Это у нас все выполнено. Вот, ладно. Давай скажи, ночь будет долго. Будет долго ночь. Не спрашивайте меня, почему умные дома начали меня пугать. Я видел столько странных вещей в одном месте. Неудивительно, что эти люди сошли с ума. Если бы я не знал, я бы тоже сошел с ума.
Так. Во. Начнем со странности. Испугать соседей до смерти – это единственный способ бороться с этим безумным ценами на жилье. Такое маленькое устройство, столько разрешений. Умная колонка. Здесь в крови. Уйпай! Ну все в крови. А, я что, топор зацепил. Ломать теперь удобно будет. О. Шакает еще. Помешается. Это ведро на 6, да? Кто тут план хотел принять? А сразу перебил. О! Теперь скажите, дофига тут рабочий унитаз? Банка валяется. Вова валяется. Тут что открывается? Открыто, открыто. Тут тоже закрыто. Ну, все, что-то это. Сиди тихо, кошак. Сейчас чуть-чуть расчистим место под ведерочко.
Нет, у меня какая песенка хорошая играет. Так, сразу поменяю. Сразу поменяю и посмотрим. Крест использован для убийства или какого-то вида зверствения. Возможно, это другое. Колонка, колонка. Ну что, и тут давайте глянем, что тут что-то есть. Определенно не Божье. Ну, всегда прилично доступно. Мама сходит с ума. То, что считаю небольшой неисправностью или каким-то глюком, для меня явно не было. Нет, Бог им не помог. Включит гостиную. Тут же он что-то заклеил, да? Блять, это кот? Или что, это головач? А, ну это не настоящее. Easy.
Где-то кошак. Ну давайте начнем с вот с этой. Sometimes you really don't need much to make people go crazy. Как можно в колонке быть кризи? Так, 8-7. 4-2. 15. 7-0. Да ты чё, зараза? Главное, тут нажал, но не нажалось почему-то. Antipsychotics didn't work at all. Антипсихотики там что-то не дали. Чувствую, что ли, больше ничего интересного. На ощупь иду сейчас лучше.
Мусор, по-моему. I take you as my piece of trash. Я так понимаю, подвинуться ты не хочешь, да? Ну все, засрали тут. Это было странное самоубийство с 8 выстрелами в голову. А, подвинулся. Не буду, не буду. Вот же. Какая мне длинная швабра. Я думал, тут будет. Так, вон. Тут тоже надо выйти. Просто куда оно сливается. Блин, зачем закрыл все равно? Блин, нафига это ведро еще сюда принес? А, у меня теперь подсвечивают ценные предметы. Да, там моя мама меня до чертиков пугает, чувак. Что? Почему я просыпаюсь, она стоит над моей кроватью и молится.
Любая мать всегда молится за своего ребенка. Туда все. Хорошо. Следующую комнату. Вот это, да? Тут они были. Закрыл. Да, кстати. Я помню. Оба стола пусты. Разбрызгалась.
во все стороны. Да что такое? О, тут кровь, по-моему. Дальше. Полностью разорван. Какой кошмар. Все. Да. А, ну это типа второй этаж все, да? Подождите, уберите тело. Замер. А, ну. Второй этаж все задачи выполнены. Там за новая песенка у нас вот опять все в кучу. А, ну это уже и подобрал, да? Да, он аж подсвечивается сейчас. Убили мышку, прикольно. Ну все, да, короче, туда. Shit out of it.
Вместе с этим роботом сейчас все смотрим. Такой бардак, капец. Да? The doors were locked, so she must have trashed the place herself. Thank you.
Cleaning comes before fixing. This could have been a whole apartment. Mm-hmm.
Все, плачет и плачет, плачет и плачет. Да сколько можно плакать? Типа незаметная, да? После того, как она убила свою семью, она наконец-то заколола себя сердце. Вот откуда берется материнская любовь.
Все началось, когда Анна вернулся домой после учебы. Первое, что я заметила, были резкие изменения температуры. Здесь было либо так холодно, что было видно дыхание, либо так жарко, что казалось, будто у меня лихорадка. Затем вещи начали двигаться сами по себе ночью. В тот момент я была уверена, что Адам был одержим. Я должна была спасти моего маленького сына, спасти его душу от злого духа внутри него. Страх и заблуждение привели ее к убийству. О, ты видишь? Ну, это я тоже видел. А, это холодильник. Это что, холодит или что это? Животное. Нифига себе, тут пропустил пятнышко. Что у него теперь по квартире, то катайся.
Где кот? I'm taking this home. Где этот зверь? Кстати, собрать доказательства. А что, где-то еще доказательства? Да, неужели это где-то еще тут колонка какая-нибудь валяется? Сука, по-любому за картиной деньги. Зубочек колонка. Вот она, блядь. Нюкающая колонка. Ну все, вроде, все посмотрели. Если еще раз сверху вот эту переглядеть. Ничего нету. Ну все, пошли отсюда. Сейчас. Это написано, что пропустили. Что такое? Я одну загадку секрет. Да ё-моё. Я не знаю, кто там. Могло бы быть еще. Я тут вдоль и поперек пошел каждый угол. Чего там еще где могло быть? Не знаю. Так. Ты чё? Во. Так, да. А, сядь сюда, а где он? Мало ли сейчас пригодится лететь.
Залезть наверх смогу иначе. О! Что там будет? Кота нашел? А, пока дозагружается. А что у нас там загружается? Интересно. А, следующая серия. Пиццерия Матео. 5 июля 23.11. Джентльмены. Биг Джим. Не слишком долго позволяли ему делать, что он хочет. Черт возьми, пора преподать этому ублюдку урок. Кто-то звал Биг Джима. Там, кажется, понимаю, очень много мусора, да? Ну, кто теперь смеется, а? Нет, пожалуйста, пожалуйста, клянусь, ничего не скажу. Слишком много разговоров. Ням-ням-ням-ням. Станется твой начнется вместе. Давайте тогда все. Сегодня хватит. Всем спасибо. Всем пока.